Едины в учебе, стремлениях и танце. Студенты Стерлитамака отметили предстоящий День народного единства большим флешмобом. На площади Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения собрались представители колледжа и вузов города для того, чтобы развернуть полотна российского и башкирского триколоров размером 117 квадратных метров каждый. Организовал события отдел по молодежной политике администрации города. В нашем флешмобе участвовало более 100 человек. Мы объединили вузы, институты, колледжи. Репетиция у нас прошла быстро, мы справились всего за один день. Ребята молодцы, ходили на репетиции, участвовали активно. И все это в преддверии Дня народного единства. Для меня этот праздник олицетворяет соединение всех народов, вне зависимости от вероисповедания, от нации, от социального общества. Поэтому мы показали два флага, башкирский и российский, соединение двух народов, что вне зависимости от того, что мы живем в Башкирии, мы единая Россия, мы одна нация.